Вы знаете, даже во времена демократии Республики Рима, вы же помните, что из двух консулов один становился диктатором на время войны. Во всех странах мира в преддверии войны, во время войны, демократия должна консолидироваться в сильную вертикаль принятия решений. Без этого победить диктаторские государства просто невозможно. Первая мировая война, Вторая мировая война. Вспомните Вторую мировую войну. Как демократические страны, демократии того времени, сколько продержалась Франция, сколько продержались страны Бенилюкс. На сегодняшний день вы посмотрите, что говорят вот Европейский Союз о том, что он должен иметь свой военный компонент. И о чем идет речь? За 15-20 лет иметь 25 тысяч военнослужащих в этом чисто мобильном компоненте Европейского Союза. Франция, ну, наиболее боездатная эта часть, это Легион Этранжер. Это, ну, 5,5-7 тысяч человек. Бундесвер. Помните, предыдущий президент Трамп критиковал Германию за недостаточный вклад в военный компонент НАТО? Дело не в деньгах. Дело в том, что немцы не хотят служить в Бундесвере. Так сложилось. И вот здесь я не понимаю наших партнеров. Украина — это уникальный шанс иметь блестящий сухопутный компонент. Исторически, с 17 века, лучшие профессиональные воины — это украинцы. Это основа сержантского корпуса императорской армии, Красной армии. Это вторая и мощная часть офицерского корпуса в этих армиях. Если бы нам помогли сейчас, ведь это было бы, ну, deterrent, это было бы очень серьезная в центре Европы сильная армия, приверженная. Мы действительно хотим построить демократию. Это опять мы сейчас вернемся, экономика, коррупция, если угодно. Но мы отличаемся. Украина не Россия. Было бы колоссальное укрепление, в том числе и евроатлантического сообщества с мощной сухопутной украинской армией и с сильными военно-воздушными силами, силами противовоздушно-противоракетной обороны. Я не хочу...